привет. Мы находимся на Донбайе. Сейчас наверху ничего не видно, молоко. И мы решили поснимать замут с деревом. В общем, несмотря на то, что мы жестко устали, получили море позитива, прыгали в основном стрейт с разными грэбами, ну и попробовали ванетти. Да, ванетти, кстати, было довольно опасно делать, потому что можно было зацепиться не только головой, ногами, но и палками. И тем не менее, все прошло достаточно удачно. Ну, в общем, вот, круто. С вами был Чуглев Артем. И Тычинский Юра. Счастливо.